Привет! Вы смотрите Вики Шоу. Конечно же, вы уже знаете, о чем будет это видео. Я сегодня буду писать разные смешные и провокационные сообщения разным популярным звездам прямо в личку Инстаграм. Моя цель — сделать так, чтобы они мне ответили, и показать вам, как звезды реагируют на шутки. Что, тебе заболело, что ли? Но это не то, что вы подумали. А обоняние пока что есть. Такой формат видео я посмотрела еще год назад, и он мне очень понравился. Еще год назад я хотела его снять, но тогда бы у меня ничего не получилось. А все потому, что в моем Инстаграм еще не было вот такой синей галочки. Теперь у меня 2 400 000 подписчиков и официальная галочка. Тем самым мой Инстаграм привлекает внимание звезд, и у меня огромные шансы, что мне ответят. И я еще хочу сказать огромное спасибо тем, кто смотрит это видео по подписке. Вы самые лучшие. Лавки, спасибо вам огромное. В этом месяце на канал подписалось больше 300 000 подписчиков, и меня это очень радует. Все блогеры мечтают получить бриллиантовую кнопку. И я тоже. И мне осталось совсем чуток до 10 000 000 подписчиков. Подпишись на наш канал прямо сейчас. И я обещаю, что наши ролики будут гораздо интереснее. Ну а мы начинаем. Итак, первый, кому я хочу написать, это будет Влад А4. Влад, твои треки просто офигенные. Слушаю без перерыва. Давай вместе снимем челлендж. Слушаю треки Влада А4 24 часа. Спорим, что я выиграю. Ну что, отправлять? Ой, так страшно. Вообще. И я отправляю. Все, я отправила. Все. Ждем, пока он ответит. Итак, я буду писать всем звездам и дам им 24 часа, чтобы они подумали, что мне ответить. Поэтому смотрите это видео до конца и приятного просмотра. Мы продолжаем. А следующий, кому напишу, это будет Егор Крид. Егор, привет! Прямо сейчас снимаю видео, пишу 100 сообщений звездам в Инстаграм. Интересно, ответишь ли ты? Ты лучший. Отправляем. Посмотрим, что он ответит. Мария, о май гад. Точнее, Маша. Итак, пишем. Маша, срочно нужна твоя помощь. У меня в городе закончились все слаймы. Отправь мне, пожалуйста, 5 килограмм слаймов по почте. О боже. Так, отправляем. Видите? О май гаш! А реально, а вдруг она поверит и завтра пришлет 5 килограммов, я просыпаюсь такая: чего? Пишу Анютке-малютке. Это сестра Маши, о май гад. Пожалуйста, скажи Маше, чтобы прочитала директ. Это срочно. Ну а теперь Тендерлибай. Амина, очень хочу услышать вживую, как ты играешь на укулеле. Дай знать, когда будешь проездом в Чебоксарах. Окей? Итак, отправляем. Дынк. Все. Ребята, пока я писала сообщение, мне уже кое-кто ответил. Я пока еще не буду показывать, поэтому это будет чуть попозже. О боже. Даня Милохин, иди ко мне. Итак, привет, Даня. Угадай, где я? Отправляем. Он, наверное, сначала будет просто в шоке такой: а где, где, где она? А я говорю: на диване, где еще? 48 hours later. Ребят, представляете, прошло уже 2 дня, 2, не 4, 2, как мы снимаем это видео, и все потому, что я заболела. Но сейчас мне гораздо лучше, но вы, наверное, слышите, что у меня все еще что-то с голосом. Извиняюсь. И я
пока болела эти два дня, я написала еще многим звездам и готова продолжать это видео. Ну что, поехали! Я, пожалуйста, не укопишу, а то мне неудобно. Папа, тут еще подушка была, дай мне. Да. Дай. Ну, не эта, белая какая-то была. А, пушистая? Так. Да. А, да, вроде это. А ты переоделась еще? Ну, хотя нет, этот мяч у тебя крутой, пусть давай в нем, да. Может, кто купит. Катя Клэп. Здравствуйте. Долго наблюдаю за вашей жизнью и заметила, что у вас есть много разных животных. Не думаете ли завести ленивца? Ну, просто Катя редко стала выкладывать видео, и я тут подумала, почему бы ей не завести ленивца? Это же такая хорошая идея. Хотя я тоже редко выкладываю. Папа, купи мне ленивца! Марьяна Ро. Марьяна, привет! Крутые крылья на фотке. Можешь их одолжить Карам Бэйби. Она собирается преображение феечек Винг снимать. Боже! Карина Карам Бэйби. Привет! Жду преображения феечек Винг. Ивангай! Хай-хай! Возвращайся уже на YouTube. Готова помогать тебе вести канал. Буду даже идеи подкидывать. Ну реально, а что он? Он, мне кажется, YouTube уже, наверное, запросил. Может, у него идеи закончились. Вдруг некому помогать с идеями. Катя Адушкина. Привет, Катюш. Давай обменяемся мерчами. Я тебе свой подарю. Я вишенка. Вот он, красивенький. А ты мне свой. Есть худи под мой размерчик? Интересно, что она ответит. Упси, Кира. Привет, Кир. Приезжай ко мне, у меня есть идея крутая для хайпового видео. Расскажу все подробнее при встрече. Сейчас приедет и слайм привезет от Марии Омага. Что делать будем? Купаться будем. Ян Топлес. Здравствуйте, Ян. Как вы считаете, что появилось раньше, яйцо или курица? Предлагаю снять ролик на эту тему. Ну как, ребят, тоже как вы думаете, что раньше появилось, яйцо или курица? Пишите в комментарии. Пап, а можно так? Фиг, нет, сядь-ка нормально, а? Глент Кобяков, вот бумага. Так, я пишу Гленту. Привет, ты же Глент Кобяков? Типа, имя Глент, а Кобяков это фамилия. Я ничего не перепутала. Отправляем. Артур Бабич. Привет, Артур. А сколько времени у тебя уходит на завивку? Хочу такие же кудри. Она красиво сделалась. Не получилось. Никита Морозов. Никита, привет. Бросаю тебе вызов. Встретимся на инстабатле, если ты, конечно, не боишься. 4 скобочки. Ну а теперь мы будем читать ответы, и вы будете в шоке, кто мне ответил. Катя Адушкина хочет обменяться мерчами, значит, ей понравился мой мерч, и она скоро будет вишенкой. Вот, видите, она написала «Привет», конечно. Папа, Пупси Кира написала «Привет, вылетаю». Что делать? Доигрались. А слайма привезет? Не знаю. Посмотри у Марии Омега. Слаймы вышли, нет? А. Давай сейчас посмотрим. Папа, она ответила. Кто? Маша Омега. И что? Смотри, привет, Вика. 5 килограмм – это примерно 30 слаймов. Это все для тебя. Я отправлю, конечно. Какие хочешь текстуры? Не знала, что ты любитель слаймов. Завтра будет готово. Пиши адрес. Писать, что ли? Пиши. Пусть присылает, а что, 5 килограммов? Ребята, представляете, мне ответила Марьяна Ро. О мой бог. Итак, давайте прочитаем, что она мне ответила. Здравствуйте, благодарю вас, но крылья были не мои. И смайлик. Жаль, Карам Бэйби останется без крыльев. Эх. Карам Бэйби мне тоже ответила. И она мне прислала вот такую фотку. Да, она мне прислала свои ноздри. Ян Топлес. Привет. Яйца были до курицы. Динозавры вылуплялись из яиц. Ян, почему ты такой умный? Тендер Любай мне тоже ответила.
Привет. Хорошо, зай. Обнимаю. Она приедет в Чебоксары. И я ей сниму маску. Но это не точно. Прямо сейчас Глент на моих глазах пишет сообщение. Мы же видели. Итак, смотрите. Нет, я просто Глент. Тогда я им напишу. А я думала, что ты Глент Кобяков. Прости. А еще мне ответил Артур Бабич. Итак, послушайте, что он ответил. Это просто такое длинное предложение. Это просто шикарнейшее. Просто шикарнейший ответ. Без кавычек говорю. Слушайте, он написал: это мои. Это мои. И смайлик, который смеется. Ну это вообще, это просто шикарный коммент. Я без кавычек говорю. Ребят, ну правда. Ну, вообще, я думала, что у меня ответит там два человека, а на самом деле мне ответило так много звезд, и я поняла, что звезды, они такие же, как мы, обычные люди. Они любят общаться и ответили мне. Так ты же вообще-то тоже немножко звезда. Ну, чуть-чуть. Никита Морозов. Хай. Да я бы с радостью, но на данный момент пока занимаюсь альбомом. Представляете? У Никиты скоро будет альбом. Может быть, это был секрет, но сейчас все об этом узнали. О, боже мой! А еще мне ответил так. Сейчас просто прислушайтесь, сделайте на всю громкость. Я не волнуюсь, я кричать не буду. Или просто оденьте наушники, но не прибавляйте. Мне ответил Егор Крид, а это мой краш. О, боже мой! Вначале он мне написал просто «Привет», подмигивающий смайлик и черное сердечко. Но на следующий день он записал под мою песню «Like Shopping Modern Look». О-о-о-о! Выложил это в ТикТок. Я ему написала «Спасибо за песенку в ТикТок». А он мне, знаете, что ответил? Он мне написал, точнее отправил, красное сердечко. О, боже, это для меня просто шок. Спасибо большое. Егор, я тебя обожаю. И обожаю слушать твои песни. Искренний поцелуй. Идите ко мне. Егор вышел из чата с твоими слюнями. Не слюнями, а поцелуями. Если я его вижу, то я задам ему где-то 6 миллиардов вопросов, замучу его, можно сказать, разорву. Увидишь. Можете прямо в Инстаграм постоянно писать. Ого. В общем, ребята, все звезды, они такие же, как и мы. Они добрые, отвечают. Поэтому, если хотите, пишите им. Возможно, они вам ответят. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пока, до встречи в новом видео. Опять ты.